Архив. Что такое архив? Где это? Почему называетесь архив? Что такое странное название с какими-то ошибками? Как-то сложно прочитать. Почему такое название придумали? Спрашивают, где вы находитесь? И вообще, почему там? Преображенская площадь. Почему? Почему так далеко? Почему не в центре? Почему не в центре? Почему не снять нормальное помещение с чистым туалетом? С легкой возможностью туда добираться без там списков охранника на входе и всего вот этого, без проходной. Почему бы не так? Мы находимся с вами под окном самоорганизации «Архив». И, в общем-то, я здесь для того, чтобы вам рассказать про эту самоорганизацию. Вообще, меня зовут Руслан Паванин. Я бывший участник этой самоорганизации. Почему бывший? Просто какое-то время назад я покинул ее, чтобы начать сольную карьеру, стать известным художником и заработать много денег. И я в процессе. Вообще это не мусор, а это материал для создания работы и для создания искусства. Потому что, как мы знаем, искусство может быть все что угодно. И вообще, как бы в этих действиях я нахожу для себя какое-то наследие самого архива в том плане, что важна не вещь, не то, что сделано, а как бы сам процесс. То есть, что можно... взаимодействие, там какие-то эмоции ты получаешь. Вот. А, кстати, об архиве. Я до сих пор не вернул ключ. Можем пойти посмотреть само помещение. Мы с вами находимся в помещении архива, где проходили и проходит основная часть выставок. Точнее, даже не выставок, а однодневных мероприятий. Это важно, потому что это всегда формат какого-то события. Важно, что это событие, а не какая-то демонстрация достижений искусства народного хозяйства. У нас, кстати, на всех открытиях всегда есть барчик. Вот. В принципе, мы стараемся быть френдли. Вернее, ребята стараются, я тоже. Все. Пока не снимаю. Вообще сейчас я без работы. Но это не страшно, потому что я считаю себя все-таки представителем прекариата. И в этом есть плюс, потому что все свободное время я могу посвящать на свои нужды, занятия искусством. В принципе, как и в самоорганизации. Вообще идея архива была в том, чтобы группа художников объединилась, и им было бы легче продвигаться как бы в мире искусства и делать что-то свое. Кстати, есть у меня одна фотография, я ее всегда с собой ношу. Здесь архив в полном составе. Вы смотрите, какой я тут счастливый. Вообще, люблю ее рассматривать. Вы знаете, фотографию концептуально связывают со смертью. Как только ты что-то пытаешься запечатлеть, так ты это сразу убиваешь. И, кстати, об убийствах. В архиве часто были конфликтные ситуации, какие-то напряженности, но нужно понимать, что в самоорганизациях это часто бывает. Вообще, это какой-то нормальный режим работы.
принципе, некое такое конфликтное, конфронтационное поле и диалог – это то, как живет искусство. Вот. Как вообще попасть к вам в архив? Вот спрашивают, как вам попасть в архив? Как стать участником архива? Что для этого нужно сделать, чтобы стать участником архива? Это что, нужно вам портфолио, наверное, прислать, да? Вы будете голосовать, опять же, выбирать. Этот нам нравится, художник, этот не нравится. По каким критериям? Хорошие работы должны быть или нужно с вами просто тусоваться почаще, дружить? А вот спрашивают еще, а сколько вообще вы времени существуете? И что, у вас вот вы все с самого начала, да? Или как? Или у вас кто-то там отваливался? Что-то, как вообще вот это происходит? Кто должен уйти, чтобы архив перестал быть архивом? До каких пор архив – это архив? Это просто… Что такое архив? Это 12 человек на территории завода «Нейдар», а если вы переедете? А если состав первоначально сменится полностью, это останется архивом? Что вас держит? Может, у вас есть манифест, может, у вас есть какая-то концептуальная направляющая больше. Про манифест было бы неплохо. Один какой-нибудь, не кучу разных смешных. То есть у вас тут нет манифеста. Да. Ну, наверное, у вас нет человека, который может его написать. Может, вас кого-то попросить. Может, пусть кто-нибудь там, ну, кто-то какой-нибудь умник с юмором напишет вам офигенный классный манифест? Нельзя без манифеста, вы должны это знать. У всех есть манифест, уважающих себя художников, тем более организаций художественных, самоорганизаций. У всех должен быть манифест, это важно. Это важно. Невозможно к вам относиться всерьез, если у вас нет манифеста. Ясный, четкий, остроумный. Архив у Дима Дрыв. Нам приходи сюда, ты прокачай в канал и почитай до ряда, полюби Хайдеггера. Архив у Дима Дрыв. Архив у Дима Дрыв. Пусть будет жижа твой друг, будет твой дискурс упруг. Максимум творческих мук и художники вокруг. Кашем страдаем, вместе угораем, заседаем, обсуждаем, выставки качаем. Стратегию скользания, концептуальная движуха. Ой, супер! У вас там концерты какие-то, панк-концерт на выставке.
вообще какие-то вечеринки, клипы какие-то вы снимаете. Вы же даже не рэперы. Что такое вообще? Вы вообще художники? Ну, тут надо как-то тоже ответственно, да? Вот вы там пишете тексты в своих песнях, музыку какую-то сочиняете для вот этого там клипа своего. Ну, вы к музыке какое-то отношение, может быть, имеете? Может быть, у вас музыкальное образование, там, может, вы умеете играть или там петь, например, раз уж вы поете. Архив в Москве, а я лежу тут со сломанной ключицей. Что делаем мы на Кусмоску? Не знает никто. Что за трэш? Как тяжело, когда нет главного. Но мы решили, что у нас нет главного. И поэтому каждая договоренность дается нам через кровь, через кровь. О! Кто сломал ключицу, тот лежит в Питере и даже не может нормально припираться. Только чат есть у него, то есть у нее. Ничего не успеваю. Ничего не успеваю.
успеваю. Спрашивают, а персональные выставки вы делаете? Вот даже не обязательно сторонних художников, вот резидентов архива, персональные выставки. Почему может вы не быть, делаете? Может быть, у вас нету персональных работ просто, с другой стороны. Хороший вопрос. И интересно еще, почему у вас выставки длятся всего один день? Да не то, что день, вечер. Почему у вас все выставки длятся вечер? Во-первых, это неудобно. Это почему я не могу прийти в тот день, в который удобно мне? Почему вы за меня выбираете, в какой день мне приходить? А если у меня дела на открытии? А если меня нету в городе? А я хочу посмотреть. Могли бы делать хотя бы неделю. Могли бы делать закрытие. Какие-то там, не знаю, экскурсионные дни, например, если вы там постоянно не находитесь. Ну, как-то пойти навстречу. Почему нет? Вот почему нет? Еще спрашивают, а продавать вообще собираетесь что-то? Вы вообще собираетесь какую-то коммерцию как бы из этого? Может быть, не работа, может быть, вы помещение в аренду будете сдавать? Если у вас ну там в месяц или в несколько месяцев всего одно мероприятие, вот это ваше вечернее,
а все остальное время мастерская простаивает, то можете ее сдавать кому-то. Ну да, вы что ее... события. Вы что ее, там, эту выставку свою однодневную готовите полтора месяца? Или вы просто там тусуетесь? Может быть, вы, ну, я не знаю, там, собираетесь, просто пьете и смотрите кино вместе? Книжки обсуждаете, да, наверное, так? Какие-то объекты вы делаете, я не знаю, может быть, живописцы там у вас есть, живопись вообще кто-нибудь делает?
А, вот эта горизонталь, это, конечно, очень интересная история. Не может, вот, ну, не может такого быть, чтобы не было никого главного. Кто-то у вас наверняка имеет более весомое слово. За кем решение последнее? За кем-то должно быть решение, потому что просто так 12 человек договориться, так, чтобы было, были все согласны. Ну, вот как показывает опыт, это в принципе невозможно. Должен быть начальник, иначе это хаос просто. Вот и все. Сделать одно событие, договориться. Сколько там всего нужно делать? Как это можно сделать без того, чтобы кто-то был главный и кто-то принимал решение? Не знаю. Получается, высказывание разделяется на три. Ты уже как бы делаешь?
то, что ты обсуждаешь, что можно было бы сделать. И это как бы абсолютно такая получается как бы пустота. У нас есть задача рассказать об архиве или нет. Теннис с микрофонами это не может быть выбором. Сколько там зрителей? Тысяч? Не тысяч, а сотня, а не сколько? Можно вывести этот уголок, привести диваны и... Эта ситуация... Да, мне кажется, это... ...то он определенно так и будет считываться. Вы приходите к тому, что на космос... Видишь, тут ограничительно все свет. Плохо, нехорошо, я не оцениваю. Типа, мне нравится закольцованная ситуация. Не находится в... То есть он может как бы интервьюировать именно как... Ты хочешь журналист соблюсти другого... все законы жизни. Если интервьюировать, то это как бы именно... Будет как бы проект какой-то такой. Поставленная там, например, актемская речь, да, актер, конечно, с точки зрения как бы общего массы. Сергей, мы медузу нашли живую. Дело не в том, что каждый, в смысле, что вы личность, как бы, да, вот это, эту совокупность как бы индивидуальности, да, вот как раз показывает, что дело не в... Сразу контраст мысли. Не знаю, вот общностью такой, да, речевой, возникает изначально ситуирует, да, определяет, говорит, что вы как бы, вот, эту целостность образуете. Вот. Рассказывает историю, которая должна быть интересна, потом в конце посмеешься, какой-то извлечешь из нее. Да, но мы сейчас что обсуждаем конкретно, что мы должны подготовиться речь. Или мы должны в реальном масштабе времени ничего не смочь сделать? Сколько вас человек? Вы поровну платите за помещение? Или у вас есть там какая-то своя иерархия? У вас есть кто-то главный вообще? Горизонтальная связь у вас, говорится, самоорганизация художественная. Как вот вы голосуете, собираетесь, вот все собираетесь по каким-то дням? По каким дням у вас есть расписание для голосования? Как вы вообще принимаете решения? А если вот кто-то, например, не смог прийти на собрание, то что, его голос просто не учитывается потом? Или что, в чатике потом все решается, да? И еще вот, если, например, сколько у вас там, 12, 13, что-то около того, да? Довольно много вообще для принятия решений. Наверное, это неудобно. И что, и выставки вы придумываете вот все вместе прямо, да? Вот у вас... Вот прям вот идея такая вот рождается прям все вместе, вы такие тоже собираетесь, все придумываете, голосуете. А у вас вообще личные работы есть? Вот я прихожу на выставку, вот где твоя работа? А где твоя работа? Ну вот как, в портфолио вы что ставите? Вот у вас личное ваше портфолио, как художника, не как резидента архива. Вот что, какие вы работы туда ставите? Надо думать о таких вещах. Нужно думать о своей личной карьере вообще, о будущем. Вы же не будете всегда так колбаситься вместе, да? Вы вообще продавать что-нибудь собираетесь? Или вы что? Что вы потом делаете вот с выставкой? Куда вот вы ее архивируете? Архивируете в архив? Что вы делаете? Работы куда деваете свои? Сразу в Тейт, наверное, да, или в МОМА? Или, может быть, продаете на аукционах своих? Нужно же тоже про такие вещи, наверное, думать, как вы собираетесь дальше действовать. Архив! Архив!
I'ma read that bitch.